знаете, что подарить близким и родным на Новый год? В поисках альтернативы традиционным подаркам мы заглянули к Ренату Шаяхметову и Марсу Ильясову, которые изготавливают портреты в стиле поп-арт. Просто хотим людям как бы помочь, когда они хотят кому-то сделать приятное, сделать подарок, пойти там на какое-то мероприятие, чтобы они особо голову не ломали. Прошло время, человек уже внешне изменился, а портрет висит, и вот он вспоминает, каким он когда-то был в стиле поп-арт. К нам обратилась издатель глянцевого журнала с такой просьбой, чтобы мы нарисовали Одри Хепберн, да, в стиле поп-арт. Естественно, мы постарались, получили вот такое изображение, вот такой эскиз. Ей понравилась именно такая расцветка, вот. Распечатали, вырезали трафареты. Трафареты накладываем на наши подрамнички, которые вручную натянут холст. Все, вот вы можете увидеть мелкозернистый холст, вручную загрунтован. После трудоемкой такой работы приступили к покраске и получили вот такую работу.